Доброго времени суток, уважаемые слушатели онлайн-курса «Теплоснабжение и зеленая энергетика». Предлагается вашему вниманию лекция номер 6, продолжение этого курса «Зеленое управление отходами». План лекции. Новое направление человеческой деятельности – управление отходами. И второй пункт – управление отходами в Казахстане. Какая была применена законодательная база. К концу 20 века в мире возникло новое направление человеческой деятельности, которое получило название Waste Management или управление отходами. Термин «управление отходами» в сложившейся мировой практике обозначает организацию обращения с отходами с целью снижения их влияния на здоровье человека и состояние окружающей среды. А обращение с отходами определяется как деятельность, в процессе которой образуются отходами, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению отходов. Система управления отходами – это комплекс мероприятий по сбору, транспортировке, переработке, вторичному использованию или утилизации отходов и контролю всего процесса. Острота проблемы отходов связана с глобальными масштабами их образования. В мире ежегодно формируется от 7 до 10 миллиардов тонн твердых отходов. В отходы попадает почти 10% всех используемых в мире ресурсов. Подобные меры необходимы для снижения вредоносного влияния отходов на здоровье человека, на окружающую среду, а также по эстетическим причинам. Благодаря этой системе появилась возможность вырабатывать сырье из отходов. Она охватывает вещества твердой, жидкой, газообразной и радиоактивной консистенции с разработкой различных методов их утилизации и областей дальнейшего их применения. Использование вторичного сырья позволяет решить ряд важнейших проблем. Сохранение невосполнимых ресурсов природных, снижение капитальных и энергетических затрат, повышение степени извлечения ценных компонентов и увеличение ассортимента выпускаемой продукции, создание малоотходных производств и улучшение экологической обстановки. Управление отходами в Казахстане регулируется экологическим кодексом. В 2014 году Министерство окружающей среды и водных ресурсов утвердила программу модернизации системы управления твердыми бытовыми отходами на 2014-2050 годы. Основной разработкой этой программы стала концепция «Зеленая экономика». Программа направлена на повышение эффективности, надежности, экологической и социальной приемлемости сбора, транспортировки, переработки и удаления твердых бытовых отходов, ТБО, по-другому они называются. Целевыми показателями являются доля переработки отходов до 40% к 2030 году и до 50% к 2050 году. А хранение остаточных объемов ТБО на полигонах к 2050 году возрастет до 100%. Финансирование реализации программы на 2014-2050 годы составляет 128 миллиардов тенге. Программа управления отходами все еще находится на самой ранней стадии реализации. Отходы – это бумага и картон 27 и 30, от 27 до 30%, пластик от 8 до 13%, металл 3 до 4%, стекло 5-7%, органические отходы самое большое 30-34% и остальные прочие от 8 до 14%. Для решения существующих проблем, связанных с загрязнением от ТБО и эффективным управлением ТБО, необходимо принять следующие меры. Использовать стандартные методы и техники, такие как планирование, субсидирование, проектирование и так далее. Использовать инновационные решения, такие как платежи за экосистемные услуги, геоинформационные системы и так далее. Внедрить по всей технологической сети региональный подход управления отходами от раздельного сбора у источника до сохранения ТБО на полигонах.
ввести поправки в действующую методологию расчета тарифов, которая должна включать не только транспортировку твердых бытовых отходов, но и сбор захоронения. Представить инспекцию полигона публичным или независимым экспертным институтом. Применение определенной модели управления отходами должно дополняться поведенческими изменениями самой общественности. Ввести налоговые меры, а также меры по стимулированию повторного использования ресурсов. На этот тезисы лекции номер 6 закончены. Желаю вам успехов в изучении данного онлайн-курса. Большое спасибо за внимание.